Я не только специалист геологии, географии, экологии, но я еще ко всему и путешественник. Доктор географических наук, заслуженный путешественник России, участник экспедиции в Гималаи, Арктику, Америку, Китай и другие уголки земного шара, почетный член ЮНЕСКО. Юрий Ефремов стал долгожданным гостем смены направления «Юг». Он рассказал о своей страсти к путешествиям и заразил всех участников жаждой знаний в поисках новых открытий. Даже небольшое путешествие всегда положительный заряд, положительные эмоции, которые вам помогут решать многие очень важные дела. Хорошо учиться, достигать успехов в работе. А если у кого-то развивается вот такой повышенный интерес, ну и, естественно, выйти в науку, проводить не только путешествия, но и экспедиции. Встреча с интересными людьми, знакомство с географическими особенностями местности, познание окружающей среды движет путешественниками на протяжении многих веков, говорит Юрий Ефремов. Стать путешественником может каждый. Главное – это собственная мотивация. Дети больше путешествовали, ходили в туристские походы. И это самое главное. Но много не от них зависит, зависит от родителей, от воспитателей. Вот. Это самое главное, чтобы они ходили в путешествия и познавали наш окружающий мир. Меня восхищает работа такого человека, как Юрий Васильевич Ефремов. Послушав его рассказ, меня заинтересовало перепутешествий. Он все так рассказал, что мне я горю желанием посетить те места, которые он в которых он был. После встречи юные географы смогли задать интересующие вопросы и сделать фотографию на память. Честно говоря, Юрий Васильевич на меня произвел очень большое впечатление. Прям заразил меня духом путешествия. Он так все интересно рассказывает, побывал в различных местах. Прям вот чувствуется, что настоящий путешественник. Я хожу на лектив «Политическая карта мира». Мне очень... Я там изучаю разные страны, города. И, честно говоря, я подумала бы насчет такой профессии, как, может быть, заняться географией, что-то научной деятельностью. Мне это очень нравится.